Здравствуйте, меня зовут Игорь Калина, мне 8 лет, я живу в Москве. Я знаю почти все о древних животных, населявших нашу планету много миллионов лет назад. Наверное, меня можно назвать ходячей энциклопедией. Ведь я столько всего знаю о древних рыбах, ящерах, птицах, зверях, амфибиях. Очень хорошо знаю их особенности, среды обитания, анатомии, питания, в каком периоде они жили. И даже могу их перевести название. В 3 года мне попалась книга о глубоководных животных. Мне она очень понравилась. С тех пор я начал увлекаться естественной наукой. Я хожу в музей к своим друзьям, которые читают там лекции, благодаря которым я узнаю много нового. Я мечтаю совершить хоть одно палеонтологическое открытие. Животного, которого еще никто не находил, ни даже одну кость.